Привет, представься. Здравствуйте, говорю Василий, игрок команды Кальяри. Как сегодняшний матч? Сегодняшний матч, в принципе, да, был хороший. Хорошо начали, быстро забили быстрые два гола. В принципе, держали контроль над матчем. Потом уже к середине, когда пропустили первый гол, начали сильно теряться. И второй тайм, последние 10 минут, только обратно забрали инициативу. Ага. Как думаешь, чего не хватило сопернику, чтобы быть впереди? Сопернику, наверное, опыту, потому что когда они забили два, уже начали бежать все вперед всей толпой. То есть пытаться добить нас, дожать. И вот этот момент с пенальти был решающий вар, когда игра остановилась, мы успокоились и забрали обратно инициативу себе. Ага. Как судейство? Судейство, в принципе, неплохо. Единственное, вот этот момент с пенальти, потому что нарушение было, там точно били несколько раз по ногам. Но так, в принципе, нормально. Ага. И, в принципе, все. Спасибо большое. Все, спасибо. Удачи.